Всем привет, дорогие мои подписчики! Ну что, вы смотрите новый влог на моем канале. Я на даче. Смотрите, я вам хотела показать, какие уже большие розы. Смотрите, прям как вам, вот так вот. Вообще крутые, да? Здоровские. Очень мне нравятся, очень просто. Как вот на букет, как будто, да, вот готовые такие. Так, ну что я вам хотела еще сейчас рассказать. Значит, завтра 8 июля. Завтра будет концерт в нашей деревне, в деревне Старополе, посвященный Дню семьи, любви и верности. Нам для этого праздника нужны ромашки. Я детям дала задание, ну, которые к нам ходят, чтобы они насобирали на поле ромашек. И завтра мы посмотрим, что они насобирают в итоге. Но я не знала... Блин, так солнце светит. Вот так, давайте. Но я не знала, что у меня на участке, оказывается, есть небольшое поле ромашек. Ромашки нам нужны для венков. Будем плести для ведущих. И этот хотим поставить как украшение для... У нас концерт будет, кстати, на улице. Вот. Как украшение для сцены вот такого рода. В общем, вот, ромашки, смотрите. Нормально, да? Придется собирать. И вот там немножко. Причем по чистой случайности я не скосила в прошлый раз этот квадратик. Потому что у меня не хватило бензина в косе. И я не скосила вот этот вот квадратик. Слава богу. Потому что здесь есть ромашки. Все, придется сейчас собирать ромашки. Ну, много не мало. Я еще, кстати, там вижу. Все, теперь у меня есть работа на вечер. У нас еще сегодня будет мясо. Об этом чуть позже расскажу. Все. Еще, кстати, каждый раз по ходу, когда я приезжаю на дачу, я для вас делаю отчет по тому, что у нас уже выросло. Но не изменяя традициям, я сейчас покажу, какие у нас помидорки. Вот такие вот помидорки. Посмотрите. Не знаю, можно трогать или нет, но, в общем, вот. Посмотрите, да? Огромная такая. Не знаю, это... Я не знаю, как это называется, сорт. Это надо спросить у мамы. Она больше в этом понимает. В общем, вот такой вам отчет по парнику. Сейчас. В этом парнике у нас огурцы, они плохо растут, потому что у нас, короче говоря, на этот парник закрывает тень, создает. Вот. В основном, видимо, вот это. Из-за этого у нас плохо растут огурцы. Еще не поздно посажены. Но перцам это не мешает. Они нормально, в принципе, себя чувствуют, комфортно. Там уже... Вот, сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Перчики уже желтеют. Где он там? Видно, не видно? Вот, перчики уже желтеют. В общем, перцам это не мешает. В общем, перцам это не мешает. Это, по-моему, тоже огурцы. Они посажены на улице. Но им как-то получше. Но я и говорю то, что вот эти вот деревья, они закрывают парник. Вот. Клубника уже отошла почти. Уже нету ягодок. Так, ну что, вот столько ромашек я насобирала. Поставила их в воду. Вот такая вот у нас картина. Красиво, да? Меня заедают слепни. Это ужас какой-то. Поэтому я побежала одеваться. Меня заели, я же в шортах. Все. Ну что, вот у нас мясо. Смотрите, какие большие стейки. Это стейки, короче. Купили мы их в Светофоре. Вот в таком ведре.
Сейчас упаковку вам покажу. Вот такая упаковка. Написано, что шашлык в маринаде, но не сказано, что это стейки. Посмотрите, нарисованы-то куски мяса. А в итоге-то мы, короче, открыли. А там стейки на кости. Значит, здесь килограмм. Сейчас скажу. Сколько здесь? Килограмм 700 получается. И основного продукта, ну, 1,5 килограмма. Вот здесь мясо. И это все стоило... Ой, горит. Это все стоило почти 600 рублей. На самом деле, мы уже берем второй раз. Очень вкусно. Так, я пошла за водой. Так вот, о чем я говорила, сбегала за водой. Вообще, солью надо, но мне лень бежать за солью. Она в доме, вода здесь. Поэтому пока водой. Так вот, очень вкусные, сочные, если их не до конца дожаривать. Прям вообще очень крутые. Если будете в светофоре и увидите банку с шашлыком таким, ни в коем случае не жалейте, берите. Нам очень понравилось. Мы берем второй раз это уже. Поэтому советую вам. Значит, жарю я их буквально недолго. Вот, посмотрите. Ой, вот такая вот зажаристая получается. Вот. Ну, это стейки. Но получается очень вкусно. Вот. Вот такие стейки получаются. Буквально минут 20 я, наверное, их обжариваю со всех сторон. Вот. Сочные, мягкие. Сейчас будем кушать. Конечно. Так, ну что, ребят, вот такие у нас получились вазоны с ромашками. У нас вон там еще осталось. И еще вот здесь вот такие большие.
Так, время уже 15:57. Начало концерта в 6. Мы успеем это все еще убрать. Вот. Очень жарко. Я не знаю, сколько сейчас. Градусов 30, наверное. Это кошмар просто какой-то. Мы выживаем. Так, ну что, я вам сейчас покажу, что мы почти все сделали, все подготовлено. У детей все разложено. Все костюмы в порядке лежат. То есть, какой номер, такой берешь костюм. Все здесь четко. Это лишнее. Поэтому мы наготове. Так, ну что, ребят, концерт мы уже провели. Я на даче. Костерок у нас костерок у нас в мангале здесь. И идет работа полным ходом. Мы заливаем пол, получается, да, Паш? Это пол, получается, мы заливаем? В общем, время сейчас не подскажешь, сколько? Не знаю. Ну, где-то 12, наверное, 11. Ну, во сколько освободились? Я освободилась. Паша вообще целый день уже это... Не знаю, слышно меня или нет. Паша вообще целый день это уже все делает. 32 градуса было. 32 вообще сейчас. Вот мы почему делаем сейчас? Потому что, во-первых, нету времени на это все, а во-вторых, то, что хоть немножко спала жара, и, конечно, комары, и мошки, и слепни заедают, но все-таки как-то проще, чем в жару. Так, это яма, куда будет сливаться все, что здесь не течет, когда ты помоешься. Все будет вот сюда. Вот. Земля такая твердая. Если не будет хватать, поглубже выкопаем. Не проблема. Так, ну что. Буду завершать на этом свой влог. Меня уже заедают комары. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Обязательно пишите комментарии. Ставьте лайки. Потому что очень не хватает общения с вами. Может быть, вы что-то подскажете. Я знаю, что меня смотрят взрослые люди. В общем, у меня такая аудитория разновозрастная. Меня смотрят и взрослые люди, и смотрят и подростки, и дети. Вот. Поэтому не молчите, напишите, не стесняйтесь. Все, всем пока, до новых встреч. С вами была Виктория Щука. Пока.